Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд готов подать прошение о помиловании осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. «Я с удовольствием представлю его в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», заявил Ягланд во время визита в Москву. Он подчеркнул, что украинца, который держит голодовку, необходимо освободить по гуманитарным основаниям. Ситуацию вокруг Сенцова Ягланд обсуждал с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на фоне международной кампании в защиту режиссера. В Кремле подчеркивали, что считают Сенцова российским гражданином, осужденным за терроризм, а возможность его помилования может быть рассмотрена только если он сам подаст прошение президенту Владимиру Путину.